У чебоксарских ТОСов пополнение к 58 существующим прибавился новый в Новом Городе. Такое решение приняли на 44-м собрании чебоксарских депутатов. Всего на заседании большинством голосов поддержали все 13 вопросов повестки. До начала заседания Ольга Васильева получила мандат после досрочного прекращения полномочий Алексея Никитина. Ей вручили удостоверение и значок депутат Чебоксарского городского собрания депутатов. Три объекта недвижимости в 2020 году приватизируют, благодаря чему казна города пополнится не менее чем на 10 миллионов рублей. Это касается и приватизации нежилых помещений по заявлениям заинтересованных лиц. Планируется продолжить работу по приватизации муниципального имущества в рамках 159-го федерального закона об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства. Планируемый доход от реализации положений названного закона составит порядка 80 миллионов рублей. Жители микрорайона «Новый город» обратились к городским властям с предложением о создании территориального общественного самоуправления. Депутаты инициативу поддержали. Таким образом, ТОС «Новый город» стал 59-м в Чебоксарах. Для совместной слаженной работы Евгений Кадышев предложил активнее использовать информационный портал «Открытый город». ТОСов, ваших, все, кто с кем вы работаете, давайте мы все тоже зарегистрируемся в портале «Открытый город», будем получать оперативную информацию, немедленно голосовать и устраивать голосование на этом портале «Открытый город». Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, «Республика». Соответствующие законодательства.